Очень важно с маленького возраста встать на правильный путь. Более 100 мальчишек и девчонок начальных классов средней школы номер 1 стремятся попасть в профильный таможенный класс, так как там идет усиленная работа как над интеллектуальным, так и физическими качествами. Особое место выделено предметам, обучающим профессиональной этике. 5 лет назад в школе сложилась традиция посвящения пятиклашек в таможенные классы. От нее не отступают и сегодня. Мы уже со школьных скамей знакомим наших детей с профессией сотрудника таможенных органов. Это и знакомство с республиканскими пунктами таможенного оформления, также с внутренними пунктами таможенного оформления. Даем непосредственно самостоятельно пощупать те технические средства таможенного контроля, с использованием которых сотрудники таможни выявляют запрещенные и ограниченные товары к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь. Кроме того, знакомим их с нашими четверхногими друзьями, это с кинологической службой. Надо сказать, что это уже юбилейный у нас класс, 5-й. В прошлом году у нас состоялся первый выпуск специализированного таможенного класса, и ряд ребят поступили в высшее учебное заведение именно по профильной специальности «Таможенное дело», и в будущем мы ждем их в нашей дружном коллективе Брестской таможни. Глава администрации Ленинского района города Бреста также присутствовал на мероприятии, посвящении школьников таможенные классы. Его сын тоже вступает в ряды будущих защитников границ. Конечно, участие в жизни таможенных классов не гарантирует поступление в органы, однако позволяет в будущем выбрать правильный путь и интересное для себя направление. Сегодня у них посвящение в таможенники. Мой сын, придя сюда в первый класс с момента открытия школы, вот сегодня удостоен такой чести, благодаря тому, что хорошо учится. Примечательно то, что многие школьники хотят попасть в подобные классы, но не у всех есть такая возможность, так как здесь нужна высокая успеваемость и хороший средний балл по итогам года. Я как бы узнал про существование таможенных классов и сразу поставил себе цель, что да, мне обязательно нужно в этот класс. Тут есть профильные предметы появились, упор на английский, на математику. Почему я захотел пойти в этот класс? Ну, наверное, потому что я очень люблю учиться, а тут как раз упор на учебу. Время все расставит на свои места, и, конечно же, не все продолжат выбранное ранее направление. Однако учеба в классах таможенной направленности для этих ребят останется в памяти особым временем. Хотя в целом сама профессия продолжает оставаться востребованной, а значит, необходимы будут и кадры для реализации этой важной и ответственной миссии. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.